нарисуйте семиугольник, являющийся пересечением четырехугольника и треугольника. Вы не знаете слова пересечение. Пересечение – это общая часть. Вот представьте себе, есть на свете множество школьников. Есть? Все-все школьники всех стран, всех народов, все-все-все. И есть, ну, я не знаю, скажем, люди, которые живут в Стерлитамаке. Есть город в России. Отлично. Что такое пересечение? Множество школьников с множеством жителей Стерлитамака. Да. Стерлитамакские школьники, да? Те, кто в этом городе, да? Отлично. Пересечение – это общая часть. А теперь заштрихуйте пересечение. Еще какие-нибудь другие цели, возьмите. Да. И пересечение. Вот семиугольник, который является пересечением треугольника и четырехугольника. Отлично.